Многим из нас кажется, пожар – это не про нас. Такое может произойти с кем угодно, но нас точно не коснется. Но, как показывает жизнь, и эта беда может постучаться в любые двери и в любой момент. 16 августа 2024 года на 12 часов 31 минута на пульт 60 ПСЧ поступило сообщение о пожаре по адресу город Ирбит, улица Мамина Сибиряка, 26. В сообщении звучало, что горит гараж, жилой дом. По прибытию к месту вызова сотрудникам было установлено, что горит гараж на площади 50 квадратных метров. Есть угроза распространения пожара на жилой дом. Ликвидация открытого горения заняла 47 минут. Пожарным удалось сохранить коробку дома. Но огонь успел уничтожить гараж, а пристрой и жилой дом сильно повреждены. И одна из возможных причин возгорания – короткое замыкание электрической проводки. Хотелось бы сказать, чтобы жители города и района проверяли электрохозяйство свое, да, находящееся в своих домовладениях, смотрели за исправностью электропроводки, за исправностью выключателей, электрических розеток, ну и, в конце концов, не оставляли без присмотра включенными электроприборы. В пожаре никто не пострадал, но семья Ромашовых нуждается в поддержке. Сгорела одежда, большая часть мебели и многое необходимое в быту. Подробная информация доступна в нашей группе ВКонтакте и в социальных сетях.